Всем приветик, всем доброе утро. Мы сейчас повезем Алисеньку нашу в поликлинику. Да, доча? Третий день у нас ребенок болеет. Третий день кашляет. Мы, конечно, ее лечим, но в поликлинику все равно отвезем. Пусть доктор послушает. Мы расскажем, чем и как лечим. Он скажет, правильно или неправильно, и вообще может еще что-то добавить к тому, что мы делаем. Такие дела. Хотим, чтобы у нас ребенок наш не болел. Ты, доча, устала уже, да, третий день? Угу. Бедный мышонок. В общем, ребятки, пришлось нам приехать в город. Там в станице доктора нету, он принимает только с 12. Частный доктор позвонили, там клиника вроде хорошая, но на сегодня все расписано. Поэтому и расписано это все, что клиника хорошая. Приехали в Екатерининскую. Пока ехали, успели записаться на 9:40. Как раз приехали тютелька в тютельку. Вот Екатерининская выручает. Единственное, конечно, в город пришлось ехать, но ничего страшного. Алису отправили на рентген, и кровь сдать надо еще. Рентген сделали. Рентген у нас хороший, а кашель нет. Рентген нормальный, патологии нет, ничего нету, все нормально. Сейчас сдадим кровь еще. И все, и купим лекарства, поедем домой. Еще купим лекарства. Лисюнька сдала кровь, ей Мишка помогал набраться храбрости и смелости, да, доченька? Что там, надо кровь остановить, да, чтобы она не шла? Подержать ручку так. Сейчас ранка заживет немножко. О, тебе медальку дали. Ничего себе, самый храбрый пациент. Молодец. Молодец. Сейчас домой поедем. Ну все. Славный мышонок перенес все наши процедуры. Гоним домой. Лекарств целый мешок я напокупал. Будет самый здоровый у меня ребенок на свете. По дороге домой заскочил на мойку, как всегда, сполоснул Рафаила и в шашлычку. Девчонок побалую сегодня мяском. Целый мешок вкусняшек, здесь и корейка, и шейка, и картошка на углях, и лаваш. Ой, девчонки, как я вам завидую, такую вкуснятину будете лопать. Нет, конечно, я чисто по салатикам. Так, давайте, куда вас? Магнит. В магазин? Хорошо, сейчас заедем. Я вообще сегодня утром должен был ехать, короче, делать бронепленку на Рафика. Морду обтянуть ему. На 10 часов у меня была запись. Но не получилось, так как я повез Лисюнечку в больницу. Зато мы все обследовали, да, доченька? Все, мы теперь спокойны. Вот. Думаю, 2-3 дня, и мы на ноги поставим нашу любимку. А насчет пленки сейчас позвоню еще раз. Если меня все-таки сегодня примут, то будет круто. Вообще классно. Идем в копилку. Алиса хочет еще одну мышку. Здесь мы покупали ей. Еще одну хочет купить. Дозвонился я, ребят. Для тех, кто будет обтягивать пленкой. Нам Рафаила. И ждут нас. Ждут. Ну как нас? Меня и Рафаила. Спасибо. Алисенька, пошли. Держи своих питомцев. Купил себе еще двух мышат, крысят. Поехали домой быстрее. Пока горячее мяско надо покушать. Девчоночек завез домой. Сам попылю обратно в Краснодар сейчас. Папы с Татьяной Викторовной тоже нету, они тоже в Краснодаре по делам, по делишкам. Папе надо кое-что прикупить. Приехал я. Большой.
Швицкая улица. Сейчас мне Рафика сполоснут. Видите, пока я доехал, он опять весь грязный. Ну, у нас в деревне, человек, грязище. Подготовят для мой... Ну, для того, чтобы пленку клеить. Помоют и все. Уже два скола, да? Да, вот вижу, вот один. Вот второй. Вот почему надо бронировать. А пленка до сюда не будет, да? Где-то там должно. Где-то там. А где? Сейчас привезут, посмотрим. Не, уже привезли. Наклеим, посмотрим. Наклеим, посмотрим. Эскизы деталей, которые будут обклеены. Андрей, он сейчас расклеит на стене и потихонечку начнется оклейка автомобиля. Ну, перед тем, как пленкой затянуть, Андрюха сначала подкрашивает сколы. Под пленкой их видно не будет потом. Ни сколы, ни подкрасы. В общем, решено было задние фары затянуть в броню, но в броню необычную, она будет у нас притонирована. Смотрим, как выглядят фары до. Сейчас забронируем и посмотрим, как будет выглядеть после. Вот как все это выглядит. Так, у меня сейчас фонарик включен, я его сейчас выключу. Вот без вспышки. Здесь еще эта часть не затонирована. Это забронировано, затонировано. И смотрится прям вообще крутек крутецкий. Сняли задний спойлер для того, чтобы притонировать стоп-сигнал, который идет по центру. Вот здесь он стоит. Сейчас Серега его демонтирует, затонирует и обратно установим. Ну все, я уже еду домой, все закончили, все сделали. Поздно начали, ну и поздно, соответственно, закончили. Время уже без 27, сейчас пока домой доеду, вообще будет темнота темная. Слушайте, ребят, я такой довольный, что мы притонировали фары передние, противотуманки и задние. Мы их не просто притонировали, это настоящая бронепленка, но только она немного притонированная. Такую пленку тоже клеят на фары на заводе, когда делают версии автомобилей, там, знаете, типа Black Edition. Вот. Поэтому ничего я не потерял в плане света. То есть у меня какой был свет, он такой же и остался. Но при этом фары стали смотреться вот такими притонированными. Машина стала смотреться намного интереснее, брутальнее. Еще бы убрать вот сзади вот эту полосу, вот и пластик вот этот вот серебряный, серебрянку эту. И спереди убрать бы на бампере
И будет вообще просто пушка, бомба, космос, кайф, улет. Рафа станет намного стильнее. Вот просто. Даже с фарами он уже смотрится намного интереснее, с притонированными. Ну а если еще и пластик притонировать, будет просто ништяк. Такой вот сегодня у меня насыщенный день. Я уже дома. Ну рассказывай, как ты себя чувствуешь. А? Средний. Средний? Ну, получше. Сегодня чем занималась? Пока меня дома не было. Снимала видео в ТикТок и играла с крысами. Дышала пульмикор, да, тебе давала мама. Прописал нам доктор ингаляции. Ингалятором дышала. В горло брызгала вот эту пшикалку, которую я купил. Ингалятор. Мама. Ну, нормально пшикали. Лекарства пили, да? Все, сейчас потихонечку, помаленечку на поправку и пойдешь. Сладкая моя. Хорошо, что ничего тебе серьезного. Ой, соскучилась мышка моя сладкая. Ну все. Пойдем, я покажу ребяткам, что у меня на ужин сегодня. И расскажи мне эту историю с твоим пылесосом-пожирателем. Пылесос-пожиратель у меня съел пылесос. На зарядке там этот провод от айфона, короче, он намотал в колесо, кое-как вытащил. Поэтому опасайтесь пожирателей. Пожирателей зарядных устройств. Да. А у меня на ужин вот такая вкуснямба. Это рассольник, но этот рассольник ни на каком, ни на бульоне, чисто на воде. Без мяса. Овощной такой рассольник. Хотя, кстати, рано еще есть горячие блюда. Горячие блюда мы будем есть только в выходные дни. Но у меня такой желудок, что он требует нормальной пищи, хоть иногда. Я и так, получается, с понедельника. На понедельник мы вообще ничего не ели. Вторник, среда. Все сырое, и вот сегодня четверг с утра сырое, и вот только вечером вот супец. Хотя, в принципе, я бы и сурово бы опять бы поел бы, ничего страшного не было бы. Ну, Татьяна Викторовна старалась, готовила, поэтому будем кушать вот такое вот. А правда горячее вкуснее, да? Ребят, всем, кто ест, приятного аппетита. Хочу сказать спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки и подписывается на мой канал. Спасибо вам огромное. Всем пока-пока. Удачки, ребят.